Бомжара с Курского вокзала. Спасибо большое за донат. Текст доната. Вот, пожалуйста, качественный пуп. Ну, будем надеяться. Ля какие. Но пока никакого... Сиджей, блядь. Ну это уже смешнее. Тут еще пока ни одного, как бы, именно, ну, там, словесного вот этого монтажа не было. Но это уже просто такой бред почему-то, что смешно очень. Ветерам это... И музыка еще такая жесть. На тирам тоже закинул. Все, есть. Он жапон. Аниме девочка, no smoking, без баб. Капец. Конг. Ой-ой-ой. Shit. You know, there's not too many people around who can develop a sophisticated. Ну это не пуп, это какой-то просто монтаж клевый. Ну это реально забавно. Сказку какую-то попал прям. С Олег Мореловичем. Хентай Хевен! Бля. Неправда, не может быть. Не может такого быть. Ну закрывай снова дверь, чё. Мне жена пришла ругать. Так, ну чё? Блять, ну это пиздец смешно. Я виноват, что ли, что смешно? Просто хз, я считаю, типа, если смешно, надо смеяться. Как следует. Вот, и типа... В будке главный прикол в этом, чтобы... Ну, типа, даже не в том, чтобы вообще не было слышно снаружи, а в том, чтобы хотя бы я мог погоготать нормально. Если в 3 часа ночи, блядь, я вижу, сука, как Рикардо, сраный Милос, не попадает в Хентай Хевен, потому что вход по QR-коду, коды, Путин сидит в будке, за ним выбегает Лукашенко и начинает, блядь, гнаться за ним. Это же пиздец, умора просто люто. Так.
Ой-ой. А зачем вместе с Борисом Григорьевичем? Борисом, как же в этом? Господи, Александром Григорьевичем, извиняюсь. Уже ёбу дал. Александр Григорьевич. Главное, отчество запомнил. Забыл, что он Александр. Нормально? Ой-ой-ой. Ну, кстати, когда я поем курочку из KFC острую, через несколько часов, я думаю, мой унитаз видит примерно такое же зрелище. О-оу. Амогус. Так, в Hentai Heaven попадут-то все-таки, нет? И музыка еще как подобрана, я не знаю, но это вообще, это же произведение искусства просто. О-оу, еще колеса из этих. Пытов. Аниме-девочка спасла, помогла, да? Нет? Не, ну это жесть вообще. Genuine Art Masterpiece. Ну реально. Типа. И причем чел пишет, у которого самого 2 миллиона подписчиков, типа тоже какой-то, ну типа, явно чувак, который умеет делать контент массовый. В любом случае, это уже, типа, круто. Много мелочей. Да-да-да, вот здесь та же самая фигня, как в музыке, да? То есть, типа, чем больше прикольных вообще таких долбанутых деталей, что можно снова пересмотреть, еще что-то там разглядеть, типа, охренеть еще от этого снова. И вот, как бы, тем и круче. То есть, что оно и так сразу прикольно, так еще и при этом я еще наверняка не все заметил здесь. Вот это и есть, как бы, цитируя, genuine art и masterpiece.